Поехали. Какая бывает облачность? Большая. Какое животное видно издалека? Корова. Отлично. Ну, корова. Издалека корова. Что бывает универсальным? Магазин. Одежда. Что можно потерять в бане? Жир. Какие фрукты едят с кожурой? Кумкват. Какую еду готовят в виде желе? Бламанже. Какую еду готовят в виде желе? Желе. Торт. Поехали. Что можно погасить? Траву. Что кричат зрители в зале? Ура! Что бывает мыльным? Мыло. Куда получают официальное приглашение? На почту. Каких насекомых никто не боится? Быстро! Тараканов. Какой бытовой прибор жужжит? Утюг. Каких насекомых никто не боится? Пчел. Поехали. Кто работает в ЖЭКе? Руководитель. Поехали. Кто работает в ЖЭКе? Рабочий. Что считает турист за границей? Деньги. Подарки. Что бывает очень соленым? Огурец. Капуста. Какая бывает капуста? Большая. Поехали. Что, кроме украшений, бывает золотым? Торт. Что бывает меховым? Шарф. Какой продукт часто замораживают? Курицу. Что продают на птичьем рынке? Курицу. Что можно провалить? Экзамен. Попытку. Что можно реализовать? Доллары. Неплохо. Неплохо. Аплодисменты вам. Пойдемте. Прошу вас. Молодец. Поехали. Аромат какого растения можно назвать весенним? Вишня. Что бывает эмалированным? Лак. Что носят на выпуск? Лента. Поехали. Какие инструменты использует электрик? Щипцы. Кому на работе нужна сумка? Министр. Как называют группу животных одного вида? Одинаковые. Что бывает стартовым? Ну, на 4 вопроса ответили тоже неплохо. Как называют группу животных одного вида? Сумчатые. Труба, она какая? Полая. Что туристы готовят на костре? Сухпаёк. Что бывает скоростным? Поезд. Трек. У какой птицы яркое оперение? Дятел. Будем проверять сейчас ваши ответы.